Александр Васильев в стенах детского отделения Химкинской больницы. Муниципальный депутат привез коробку храбрости самым маленьким пациентам. В ней есть все необходимое для творчества, учебы и досуга. Сегодня мы с своей командой сторонников, членов партии принесли данные коробки и данные, собранные все в исполкоме, в больницу для того, чтобы вручить в добрую комнату. Мероприятие приурочили к 22-й годовщине создания партии «Единая Россия». По традиции, день рождения отмечают добрыми делами.